А, идем дальше, друзья. Значит, вот мы подошли как раз к нашей сбалансированной секции, подошли к третьему блоку гостей. Это те наши уважаемые спикеры, кто давно тоже работает на рынке и с рынком и рассказывает про то, как технологии вот в практическом ключе могут что-то поменять. И наш следующий спикер Александр Мамаев, региональный менеджер по СНГ Palo Alto Networks. Прошу, Александр, надеюсь, вы расскажете нам прямо крутые вещи, потому что, несомненно, ваш продукт мы знаем все вечность, да, и хочется, соответственно, сделать так, чтобы узнали что-то новое сегодня, чего еще не было, например. Ну или хорошо забытое старое, это тоже важно. Прошу. Так, микрофончик, да? А вот можно одолжить один? Спасибо. Спасибо огромное. Кнопочка снизу. Кнопочка снизу. Подержать чуть-чуть. Чуть-чуть подержать. Он должен зелененьким быть. Загорелся? Хорошо, я вам отдам Раз, свой. раз. Раз. О, хорошо работает. Смотрите, да. Спасибо большое за кликер. Меня зовут Александр Мамаев. Я являюсь сотрудником компании Palo Alto Networks. Как сейчас великодушно заметили, нас на рынке знают довольно-таки давно. И я здесь больше, наверное, хотел сфокусироваться на том моменте, что из себя сейчас представляет компания Palo Alto Networks на локальных рынках. То есть не просто, что мы производители прекрасного оборудования, очень долго находимся в лидирующих квадратах Гартнера, но я хотел бы рассказать о том, что мы делаем для того, чтобы быть здесь, на рынке, вместе с вами. В первую очередь я хотел сказать, что мы растем и очень сильно инвестируем. То есть сейчас у нас открыт офис в Алма-Ате. Сейчас мы работаем над тем, что мы нанимаем сотрудников здесь, в Узбекистане. То есть сейчас у нас открыты позиции на инженеров, на тех менеджеров, которые будут поддерживать наших заказчиков. То есть мы очень сильно инвестируем в регион. Что хотел сказать относительно того, что у нас происходит. То есть мы видим очень много моментов, которые связаны с изменением подхода к кибербезопасности. То есть если мы говорим о том, что мы нанимаем определенные компании для того, чтобы они сделали исследование рынка и так далее, мы замечаем одну простую вещь. То, что сейчас больше 70% всех IT-директоров, директоров по информбезопасности сосредоточены на том, что они хотят видеть более консолидированные продукты. То есть если раньше можно было купить очень много разрозненных, независимых друг от друга производителей, то сейчас все идет по пути консолидации. Это говорит о том, что мы идем к процессу более простого управления как костами, так и продуктами. Поэтому если раньше был определенный подход, что мы выбираем или лучшие решения на рынке, или платформенные решения, то сейчас мы говорим об обратном. Мы та компания, которая не ставит вас перед выбором. Мы говорим, что у нас есть вот этот платформенный подход, который позволит вам идти по пути консолидации. И то есть, если говорить о продуктовых моментах, про которые как раз рассказывал предыдущий спикер, то у нас есть подход к нетворкингу, клауду и к соку. Также вместе с этим у нас есть отдельная бизнес-юнит, который называется Unit 42, который занимается у нас Threat Intelligence. Сейчас мы сосредоточимся только на левой части вот этой красивой картинки, будем говорить в основном только о Network Security. И возвращаясь к моменту, то, что мы описывали best of breed, когда мы относительно Network Security имели разных вендоров, которые имели определенные суперэкспертизу в каких-то частях, то сейчас мы говорим, что Palo Alto Networks может покрывать их полностью. И сейчас все вот это, то, что вы видели на предыдущем слайде, мы можем предложить как платформу от нашей компании. Если идти дальше и говорить о том, что раньше, когда мы вообще как компания Palo Alto Networks изобрели понятие НГФВ, изобрели понятие XDR, у нас было всего лишь пару подписок на наше устройство, которые покрывали очень небольшую часть, то сейчас на подписочной платформе
просто покупая какую-то отдельную подписку, вы можете получать интернет вещей, вы можете получать machine learning, вы можете получать много разных функций, для которых раньше требовались отдельные устройства. Сейчас это включено в одну платформу. И опять-таки огромное количество компаний, которые занимались исследовательской деятельностью, такие как Gartner, Forrester Group и так далее, они делают исследования, и внутри этих исследований многие наши продукты, они подчеркиваются как лучшие лидирующие в рынке. То есть мы, та компания, которая в свое время изобрела подход, который называется Zero Trust, наверняка все знакомы с этой историей, то есть когда раньше был подход периметрального подхода, да, внутри периметра, если мы уже запустили человека, то все, он считается полностью доверенным, то сейчас мы подходим к той истории, когда мы не доверяем никому, и это подход, то есть это не продукт, можно прийти там взять из коробки какое-то решение там Zero Trust, это подход к определенному набору продуктов, которые мы предлагаем на рынке. Если говорить о нас как о компании, которые выбирают в качестве partner of choice, это сложно перевести, но надеюсь, всем понятно. Здесь можно сказать, что касательно банков, касательно производственных предприятий, касательно нефтегазовой отрасли, мы фактически для большинства из этих компаний, мировых лидеров, являемся тем самым partner of choice, которого выбирают в качестве платформы cybersecurity. И пару слов хотел сказать о наших коллегах, о компании MOOC, которая является нашим авторизованным дистрибьютором и предлагает решение Palo Alto Networks на рынке СНГ. Они прекрасные товарищи, если что, прошу тоже их любить и жаловать. Они прекрасные люди, которые, во-первых, могут осуществлять сервисы компании Palo Alto Networks. То есть здесь такой двойной подход. С одной стороны, мы как вендор можем это делать, с другой стороны, у нас есть так называемый partner enabled саппорт, который можно осуществлять на стороне дистрибьютора. Поэтому рекомендую, прекрасные люди, мы с ними работаем долго и вам советуем. Поэтому я хотел сказать спасибо большое за то время, которое было предоставлено. Надеюсь, я был в тайминге и возвращаю.